Обработала ей холку капельками. Пахнет дикой геранью. Ну, не дикой геранью, а дико пахнет геранью. Той, которая обычно на горшке на окне. Но у меня давно уже такой нету. При переезде была, но мне ее удачно не полили. Как еще несколько растений. Там вообще должно быть слышно, что она мурлычет. Я решила смонтировать ролики, которые до этого писала. Маленькие, которые. Обзор с рисунками и легким как бы ASMR-эффектом. Я, наверное, не осилю сегодня. У меня там хлеб пока допекается. У нас около 10, наверное, сейчас. О. Да, 9:30. Ну да, у меня тут сушилка, но ничего такого стрёмного тут нету тут. Полотенце, кофточка и еще какая-то тряпочка. Решила убрать камеру и поняла, что она тут мурлычет. Кстати, эта фигня действует, я потому что прыснула, как бы дала ей понюхать. А потом слышу, она шарахается, где-то зашла, она сама пришла в этот горшок. Завтра утром я еще раз прысну. Так что, если что, хорошую штуку приобретайте. Не забудь поставить палец кверху.